Всем привет, ребята, с вами Геймич, и это, разумеется, та же самая игрушка у нас, Соль Святилища и Соль Святого, а этого бомжа мы уже один раз убивали в пещере. Смотри, как легко, в принципе. Вообще легко. Вообще легкотня просто. Ебать! Когда переоценил свои силы просто. Да. Ему, наверное, один удар остался просто донести, а я это... вниз. Надо было просто отхилиться и принять хоть один удар. Я забыл, что у меня есть блок. Вот реально, я забыл про блок. Еще вопрос на засыпку, ребят. Давайте это, делайте ставки. У кого моя соль? У кого моя вот эта вот денежка? 46 пробил. Хорош. Прямой рубящий провел, короче. Давай, иди. Мне так легче просто будет пройти. Ага. Значит, смотри, у кого моя сейчас соль, правильно? Создано существо... Да, блядь. Создано было существо, или же... Иди, ты чё творишь? А если б я упал из-за тебя, ты что? Создано существо какое-то непонятное, да, вот крылатый жук какой-то или что такое. Или соль сейчас у этих, у вот этого гиганта. Одно из двух. Так что давайте делайте ставки, ребят. Хорош спамить, заебать. Вот куда мне больше скорость атаки, я не понимаю. Вот зачем мне просто... Ага, все, существо. 1500. На тебе, 52. А чё ты стоишь? Тихо! Ебать, чё бьёшь? Покой. Красный фиал. Херота, если честно. Вот так, всё. Наверх лезть. Так, куда мы лезем вообще-то? Блядь, это босс ещё один. Смотри. Смотри, конечно, это босс. Что у нас есть тут? В принципе, у меня есть клеймор, это уже хорошо. Это уже прекрасно, сука, соль. Мешок, наполненный солью. Рубящий. Это кузнеца, да, набор? Почему-то вот наемника хуже выглядит, чем... Плута. Непонятно. Ну и не хочу понимать. Ебать, сколько у меня скульптур. Фигурка наемника, фигурка лидера, фигурка проводника, клирика. Ёшки. Прах и мокрого рыцаря. Кстати, можно это попробовать. Надеть. Куда его? Бросить, отменить. А куда его надеть-то? Куда, что ли? А куда надеть прах мокрого рыцаря? Мне ж никуда не показывают надевать это прах. Можно использовать для трансмутации или обмен. Все понял. Безумный алхимик. Ну давай, значит, начало с босса, да? Начало серии с босса. Так, спокойно. Так, спокойно. Он яд призывает. Блядь, слушай, я его так сейчас по быкам убил. Меня еще ни разу не зацепило. А, вот все. На меня уже залезла какая-то хуйта. Спокойно. Ебать, ты сильный. Давай полегче. Горю. Я просто бить буду. Блядь, честно. Тут тупо бить надо. Ага, сел. Блядь, бей. Бей, не знаю. Бей, ебать, отравили. А где? Где молитва? Молитвы нет. В смысле?
А куда молитва-то убралась? Понимаешь, если бы я сейчас молитву использовал... Во-первых, если бы я сейчас использовал молитву, я бы победил. Во-вторых, я умер из-за того, что там очень сильное отравление было. Ты видел, у меня тупо фляга по чуть-чуть хилила, хотя она, блядь, обычно тупо все хилит. Не надо, блядь. Я иду к боссу, не мешайте. Не мешайте, я к боссу. Вот так, все. Так, спокойно, не падать. Вот так, хорошо. Мышат надо окупнуть, разумеется. Вот это вот дряни, конечно, полнейший. Еще жив, ага, все. Тихо, не падать. Не падать, мне тупо вверх надо. Блять, была бы молитва, реально, я бы его убил. Честно. Так, тебя может пропустить? Давай пропустим. Пустишь меня? Спасибо. Тихо. Я тебя видел. Замерзшая кукла? Что за замерзшая? Чё за кукла? Чё она дает? Куда это вообще кукла? А где она? Куда? А, вот. А с помощью воспоминания скрыта в этом предмете кузнец может улучшить оружие. А деревянная кукла, напоминающая хозяину солдата, в остальном доме в семье. Это... Так и не понял, что. А, меня убил яд, поэтому-то и осталась вот эта вот штука, да? Окей, понял. Так, ну, он, в принципе, отравляет, в общем, его сила. Так, аккуратненько. Аккуратно, так, спокойно проходим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спокойно, молнии хуярят. Блять, сел. Блять, с ядом это плохо. Блять, второй сел. Не, ну так не играю, алло. А чё это за спам только что был? Ну, камон. А чё это за спам только что был? Давай, ты можешь клеймор, по идее, улучшить. Правильно, кузнец? А почему ты меня оттуда тащил? Если мне туда надо, направо. Да-да-да, мне надо улучшить. Погоди, а ты можешь это купить дашь? Не, у тебя все хамняно. У тебя все говняно. О, вот это холоповая, конечно. Холопа мне тут не надо. Щит первого, щит нулевого. Лучше. Клеймор. Блять, конечно, у меня ж нету этого. Соли нет. Я не знаю, сколько мне это вот эти вот банки дадут соли. Не банки, а пакетики вот эти. Вот. Ну, это, в принципе, и не важно. Правильно? Правильно. Я не знаю, зачем я постоянно бью вот этого. Одного вот постоянно бью на проходе. В принципе, я тебе сказал, что я могу, я поэтому и бью, но... Бля, на деле я не знаю, просто не знаю. Вот эти мыши мне реально мешают. Вот видишь, они мне даже в полете вот помешали. Их они упали. Они вот просто заспамили меня в полете. Так что вот поэтому это я их и бью. А у того вначале, я не знаю, по идее его можно тоже обойти. Как... Здесь тоже можно, вот видишь, обошел. Тихо, не падать. Там дурачок упал, кстати, разбился должен. Нет, не разбился, мне не дали за него. Блять! Я все просрал опять, да? Конечно, я все просрал. Ничего, мне босс должен это все вернуть. Мне босс должен все это вернуть. За что? За него должны дать 3 косаря должны дать.
За ту деву дали 2500, значит, за этого должно больше. За то, что он спамит жутко, жутко спамит. Если с той девой можно было... О, кстати, смотри. Если бы я пошел бы изначально сюда, а не к деве. А, не, это проход после девы, правильно? Да, это проход после девы, все. Все, отпало. Или хотя нет, погоди, я мог бы сверху пройти. Реально, блядь. Если бы я... Или нет. Короче, я запутался, все. Если бы я мог бы получить сразу клеймор, я бы не парился, я бы все по бырникам сделал, по красоте, и все. А так как клеймор нельзя было сразу получить, да и он в тайнике лежал, который я еле нашел, ты видишь. Я просто увидел, в конце концов, проход, и все. Тихо. Я ж могу блокировать удары мечом, что я не блокирую? Я забываю про блокировку. Я с этими воротами реально забываю про блокировку. Все. Вот смотри, вот так можно встать и все, опа, ползать. А, гуляй, лес. Что у меня тут есть? Что, бутылка мне не нужна, честно. Вот честно, бутылка мне тут не нужна. А бутылку соль заменим на... Это... Что за рог? Его звук может повысить слышен земли, где живут лишь духи и призраки, где не коины прислужат к нему. Они не способны прямо влиять на мир людей, но могут вдохновлять, делая живым ту ярость, которая с вами когда-нибудь рвалась в бой. Это расходный материал, правильно понимаю? Да, пусть. Так, допустим. Кого еще? Излечивает от яд... Блядь! Блять, вы на прикол? Него, чтобы принести в любой случай свечи. Блядство, развратство. У меня было все время от яда вот этот хуйта. А я тупил. У меня все время было противоядие, я про него забыл. Да-да-да, конечно. Безумный алхимик, конечно. Я его уже дважды чуть не пол. Успокойся. Долбоёб просто, долбоёб, честное слово. Дай прыгнуть! Твоя молния хуярит жестко. Ебать ты хуяришь, конечно. Ты реально безумный. Спокойно. Ай, блядь, горю. Не надо так делать было, не надо. Вот смотри, я застрял просто в этой жиже и все, и хана мне. Хана. Хана и хана, все. Так. Это просто бежать далеко к нему. Бежать к нему далеко, просто нереально далеко. Можно было где-то поближе хранилище, святилище сделать. Я бы его захватил и все. Возможно, оно там и есть. Но почему-то я об этом не знаю. Косой. Минус. Ну, дурачок просто. Он встал как бы на месте. Да, замахнулся. Я тоже замахнулся. Типа, кто быстрее, да? Вот мышки быстрее, конечно. Они ж меньше. Логично. О! Лучник, ёп. А лучник, конечно, у них топовые, реально. Они стреляют быстрее меча. Блять, он еще и за мной пришел, прикинь. Вот активно. Раз. Два. Спокойно. Залез. Смотри, соль, вот эта полоса, видишь, которую я тебе показываю. Не знаю, ты не показываю, конечно. А, просто видишь полоску. Вот эта вот полоса, когда заполняется, это значит, я на уровень насобирал. Тихо. Да? Лестница мешает, прикинь, лестница ему мешает. Так. Значит, надо тупо бить и сбивать ему все, что можно. Во, все. Я приблизился к нему как можно ближе. Раз, два, три, четыре. Так, спокойно. Тихо, спокойно наверх залез.
Так, так. Еще. Еще. Идем. Раз. Два. Тихо, 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 молния. Блять, добей. Добей его. Один удар остался. Куда ж ты мимо лупишь? Вот видишь, тут ничего трудного нет. 4000, да, просто. Я же говорю, он мне этот заплатит это все. 4000 того, 4000 того. Так, раз, ухо безумного алхимика и мшистый ключ. Мшистый ключ, это куда? Это куда мшистый ключ надо? Куда-то надо. Куда? Так, еще раз красную флягу. Одну флягу, заметь, одну флягу использую. Ну, это вторая, чтобы хпшку просто вернуть. Так, это с ним драться надо сейчас будет, с ним великаном, нет? Можно, можно просто сейчас, хорошо. Это тоже хорошо. А как наверх? А, так, ладно, давай подеремся с великаном. Он ко мне спрыгнет? Блять, он спрыгнет. Нет, он не спрыгнет. А это он отравляет, типа. Иди нахер просто. Ты мне дашь подняться, алё. И долбоёб. Долбоёб, долбоёб. Ух ты. Так тут святилище было все время, серьезно. Красная трава. Повысить уровень. На максимум. По два, по три уровня. По три уровня постоянно повышаю, смотри. По три уровня. Древо навыка. Владение мечами второго класса, владение большими мечами второго класса, орудием двуручника. Погоди, а у меня же двуручник второго класса, правильно? Климар один. Понятно, да? Большой меч просто, большой меч, класс один, кстати, класс один. Больше не урон. А, нет, нету, 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 нету. Так, сколько у меня сейчас? Неважно, короче, 40 будет сейчас, вот так, опа. Та ракетка, все выросло. Так, надо дальше думать, правильно? Надо дальше думать. А, че, где, как, зачем? А, у меня два этих, две штучки, да? А, класс выносливости, можно, в принципе, максимальный запас щитов. Где тут еще мечи, 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 мечи? Вот мечи, да? Владей мечами третьего класса. Это что? Мешок для зелья, дополнительное зелье. Дополнительное зелье. Для дополнительного зелья надо 3. Тяжелый доспех 1. Легкий доспех. Владение кнутами. Это мне не надо. В принципе, да. А, магия. Магии у меня, в принципе, нет. Максимальный запас энергии. Энергия, атака. Дополнительное зелье энергии, опять же. Давай это футляр для фиалов. В смысле футляр для фиалов. Класс мудрости нет. Мешок для зелья. Непонятно. Непонятно, ладно. Надо подумать. Надо подумать, надо подумать. Мешок для зелья я не достану, в принципе. Пойти дальше качать. Ну, давай, может, силу докачаем. Видишь вот эту? Раз. Чини силу. Раз. Чини силы. Два. Вот 48 силы. Нет. Да? Нет. Не сил еще. Готово. 46 силы, смотри. 40... О! Теперь можно одноручным хватом, кстати, взять. Скорее всего. Да, смотри, теперь одноручным хватом можно. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, только теперь надо... Вот так вот, все. Что еще? Что еще можно взять? Точно, давай-ка это. Вместо противоядия сейчас все мешки возьмем. Поприменяем. А раз. 100, мало. 500, хорош. Так, пока что этого хватит. Пока что этого хватит. Да? Да. Всё. Нет. Вот это вот так. Так, и еще один уже. Повысить уже. Древо навыков. Что у нас тут открылось?
Танутами мне это не надо. Так, что я хотел? Есть еще где-то силу повысить, нет? Так, чисто вопрос. Нет, силу нигде нельзя повысить. А, можно, вот смотри, можно берсерка взять, да? Что у меня по мечу? По мечу, меч у меня на что? На силу ж, правильно? Клеймор, бэк, С, сила, С, ловкость. Значит, давай. Древонавка вот сюда вот. 48, вот прикинь. Начинал с 30, уже 48. Почти в два раза вырос. Так что ты мне дашь? Что я вижу к нашим славным корням явился чужак. Ну и он достается сейчас все лес. Встречай каких-нибудь лесных теней? Да. Да, духи лес всегда рады заблудшим душам вроде тебя. Может, когда-то верю в богов? Хе-хе. Так, вот это полная ерунда. Боги нередко принимают типы. Забудь о них. Тебе, возможно, говорили, что нам нельзя доверять ворот чаще всего. Так, наша дурная слава во многом связана с любовью к ядам. Но видишь ли, яд — это чудо природы. Яд, как и лес, превращает царство людей. Пускай корни разрушают, захватывая, и в итоге все обращая в прах. Человек поистине никчемное существо, лес же очищает мир от его присутствия. Но лесные тени защищают лес, а потом лес защищает нас. Ты хочешь стать лесной тенью, хочешь сбросить оковы аж богов и окунуться в ядовитые сумраки лесов? Подойди к алтарю, поклянись верности. Дать клятву. Типа не верить в богов. Нет. Пока что это не надо. А ты чё? А ты чё возродился? Не надо было возрождаться. Блять, я ж допрыгнул. Ядом отравили, прикинь. О, тут сундук есть. Слушай, серая жемчужина. Кожаная наберник, кожаная кисара, кожаная, короче, кожаная. Все. Так, серая монета, это я вижу. А стой, верните, пожалуйста. Во-первых, мокрый рыцарь, дикий, мертвый, темноклюв, безумный алхимик, 26-й. Значит, я до хера пропустил. Я какие-то мобов все-таки пропускал. Так, так, сюда, да? Вот у меня реально самый лучший сет сейчас, смотри. Вот, серьезно, вот это плута, все, это самое лучшее, что у меня сейчас есть. Вот самое-самое лучшее. Самое-самое лучшее. Готово так. И вот так все. Что это, куда это? Ага, лист и ключ, все, я понял. Так, это мы открыли, это на потом, все, это на потом, потому что мы идем вниз. Как этот, как... Слишком быстро вниз спустились. Ну, в принципе, недалеко, да? Недалеко, конечно. 644 золота. Надо тратить это золото, надо стрелы покупать. А я их не покупаю. Вот это тварь. Пропусти. Благодарю. Раз. Стой, убьёшь. 36, 47. Это из-за брони у них видно. Блять, аккуратно! Тихо, спокойно. И падать. Красная трава, ты типа ее ешь, да? Затопленная крепость. Блять, а если упаду? Хорош! Выжил, кристальное местилище. Что за кристальное местилище? Тело и разум единственным образом взаимосвязаны, но мастер от сознания способен создавать местилище от духа и таким образом отделяя физические условия от душевных. Вдвое замедляет процесс утомления при расходе концентрации. Молитвы, то есть могу я этот использовать чаще. А повышает волю... А что воля дает? Не понял. Все, понял. Шанс добыть, что ли? Говно, все. Ну да, она что-то не сильно дает. А это что, показатель энергии может скрыть ниже 3 шкалы.
Защита против урона от тьмы или эффективность ранений? Смотри, энергия 90, концентрация 60. Концентрация 80, энергия 120. А, все, понял. Вот так вот надо ставить, все. Кстати, тут закрыто. Блять, еще один босс, что ли? Ебать! Циклоп! Крейкан Циклоп! Ну, давайте еще одного босса. Он так стремительно идет. Так, хорошо. Блять, пропал. Смотри, в принципе, я тоже его хорошо буду. Блять, он меня боится. Честное слово. Нет, не боится, нихуя. Так, аккуратно. Блять, промазал. Аккуратно, смотри, 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 я его сейчас убью. Я его сейчас просто убью. Он какой-то легкий попался, смотри. Главное залипание не клавишник. Честно, вот. Тихо. Пускай исцелится. Исцеляться надо. А, так тут арена большая, ты смотри. Все! Бля, погоди, дай один удар сделать. Давай красивенько. На! Все, фаталити. Просто фаталити. Ему, я ему руку отрубил. Че почем? 5000. 5000 дали все. Ну что, неплохо. Зеленый ключ, рог Крейкана Циклопа. Что за рог? Что за рог, единорог? И сюда. А, искусственно отдельный зеленый ключ. Во! Рог Крейкана Циклопа, этот гигантский зверь погиб на суше, хотя Крейкана считают морскими созданиями, можно использовать для трансплантации. Короче, да. 5000. А то где-то дорожка должна быть, да, конечно. Вот вниз. Внизу где-то что-то должно быть. Пещера Харрера. А ключ к возвращению. Это типа надолго, да? Ой-ой-ой-ой, куда я спустился? Вот скажи, куда я спустился? Я ж мог бы поверху пройти. А, я сюда пошел. Затопленная крепость. Что за крыса? Куда пошло? Вернись! А, вас нахуя. Серебряная глотка рвотника. Рвотник. Значит, ты у нас рвотник, я понял. Там глаз летающий, блядь. Тихо, убьет! Надо по-быренькому исцеляться. По-быренькому это вот. По-быренькому это молитвой. Тихо. А чё? Иди сюда, блядь. А чё я его не могу зацепить? Ну, он смотрит на меня, чё. Одесс он сундучок или что-то типа того. Я ж босса загасил. Обычно после всех боссов сундучки идут. Или какая-то хорошая награда. Благословение оружия. Как это интересно. А, класс болит второй. На время наполнения стихийны... Оружие вечной мудрости, добавляя к вашим атакам урон цвета. Паладины любой верой шли в бой благословенное оружие, имея распределенную волю между тем, чтобы вдохнуть божественную энергию, тем, чтобы вести сам собой. Короче, ставим. Потом это, потом будем добавлять. Потом еще урон пули добавим и будем кайфовать. А он вызывает просто мобов. Дает какую-то им защиту, смотри. Ля, реально защиту дает какую-то. Все, сжег его. Может, наверх надо было пройти? Бля, пошли наверх. Я хожу туда-сюда, подумаешь, хожу туда-сюда. Вот, кстати, утомление, смотри, я могу еще дофига использовать это. А концентрация не восстанавливается. Ну, неважно, я могу еще дофига использовать как молитву.
Молитву я еще могу много использовать. Не то, что 2-3 раза тогда мог. Сейчас еще больше могу. Не понял. Меня жрут! Спокойно. Так, тут надо вот эту большую. Травки сожрать. Блять, а мне стрёмно-то. Ага. Да хорош! Не жри, не жри, не жри. Ебать, ты мне еще и скинул. Хорош. Красавчик вообще. Получше, блядь. Не потратила? И чё, ты будешь там сидеть? Так, хорошо, я тебя это сбил. А, вот это ты зря, конечно. Рвотник, гнойник. Так, исцеляемся. Ну смотри, выносливость вообще не жрет. Теперь исцеление мое, благословление и все такое. Оно выносливость не жрет. Единственное, что оно может жрать, это концентрацию. Но концентрацию трижды могу применить. Тут ничего такого тоже не поменялось. С. Колокольчик. Тут сундучок стопудово, да? Или что я сюда спускаюсь-то? О, хорош. Боевой молот. Я ничего нашел, боевой молот нашел. Тоже, наверное, хорошее оружие, так как это как тайничок идет, в принципе. Логично, да? Фу, трудно, трудно залазить. Трудно залазить. Очень трудно залазить. Так, аккуратно. И тут это. Хорошо, это куда? Это туда, где я не был. Стихи солдата. Наверх, вниз. Они горят, кстати. Чё, не бейся. Блин, я опять иду туда, не знаю куда. Это прикол. Объясните, пожалуйста, я не шарю. Пошли сюда, ладно, хер с ним. Один наверх залезть нельзя, да? Наверх нельзя. Значит, можно только вниз. А, все, понял. Опа! И спустили меня вниз. Это... Ага, все понял. Все, верните мне. Лифт, пожалуйста, наверх. Спасибо, благодарю. Так, босс же не воскреснет, правильно понимаю? Босс же не воскреснет. Смотрящая чаще. Это куда? А... А благословление где получилось? А давай-ка вот так сделаем. Где там? У меня же это возвращение были, да? Давай вот так. Раз. Да, последнее святилище, давай. Во, хорош. Так, boost уровень. Чё, опять 3? 19, 20, 21. Блядь, прикинь, опять 3. Постоянно по 3 уровня. Что ж так везет? 4 уже дали. 4 уровня. Ну, в принципе, логично, что должно повышать постоянно. Так, значит, мне надо второй класс молитв, да? Клирик чтения молитв второго класса. Вот сюда. Вот. 2, 1, 1. Тогда я смогу зачаровывать оружие. Логично, в принципе, правильно. Третий класс. Четвертый класс. Пятый класс. Жесть, просто. Так, ну и одну, в принципе, можно потратить, чтобы, так сказать, вернуть. Но пока что я не вижу, что мне вообще можно возвращать. Ловкость я не буду возвращать. Смысл. Я буду получать, смотри, большую часть в силу качать, правильно, чтобы ближко бить. И молитвы качать, веру, получается, мудрость. Чтобы можно было исцеляться, там, всякие чары. Потому что здесь одна нечисть, получается, всю. Еще. И ловкость, чтобы лук. Все.
Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Так, по идее, я теперь могу качать... правильно? Не качать, а использовать вот это. Все, веру могу. Благословление оружия восстановит здоровье и уменьшает затраты. Нет. На время наполнения стихии вечной мудрости добавляю ваша акция. Что по времени-то? По времени еще можно играть. Давай играть. Так я же дверь тут открыл, хорошо. А, все, я понял, где. Налево пойдешь? Правильно, направо пойдешь. Наверх ищу. Налево пойдешь опять, что ли? Блять, не понял. Вот сейчас прикол не понял. Налево, прям налево, что ли? Стой! Сейчас выйдет? Вылазь. А, все, он умер, окей. Вот это я прикола не понял, типа, как мне наверх подняться-то? Здесь тупо вниз. Здесь тупо вниз, туда, к этому, к лестнице, к лифту точнее. Давай на лифте. Блять! Ладно, не страшно. Босс же сдох, правильно? Да, босс сдох, да, его не будет. Вот хорошо, что босса убили, все, он не воскреснет. Потому что если повторно боссов убивать, это много времени терять и нет. Так, вниз мы ходили? Я не помню. Вниз вроде не ходили. Вчера Харетта. А, все, Харетта я помню, все, здесь закрыто. Надо обходить. Так, значит, наверх. Чё у меня вообще есть? Соль. Ха! Хорош. Так, надо было применить соль, бля. Я бы еще один уровень дал. Тут где-то глаз, блядь, сейчас. Нету глаза. Вот глаз. Что вы мне рассказываете? Вот так. Куда вы идете? Куда ты пошел? Вот куда вы? Бля, они горят. Мне это нравится. Может, у меня какой-то тут, не знаю, поджигающий. Талисман кровоцвета. Стой! Пиздят. Кольцо, проводник разума. Я не понимаю, что меня заставляет гореть. Всех врагов. Все враги горят. Но действительно, я этого не понимаю. Почему это так работает? Так, раз. Вот так все. Так. Это пещера, правильно? Чем вот это? Красный зал. Летак! Ебать ты, конечно, сильный. И в этой 220 с него насыпал, прикинь. Я, кажется, не туда запер. Каменный маг. Ага. Ага, короче, это этот тупик. Хотя не может быть. Там лифт где-то сверху стопудово. Вот у меня же там лестница наверх была где-то, вот там вот где-то лифт тоже. Бац, правильно. Не, в принципе, механика прикольно сделана. Тот же факел ты берешь в одну руку, как бы у тебя все, у тебя оружие приходит на одноручный хват. Как бы, это логично. А ты хули тут один остался? Когда я буду что-то крафтить? Мне все дают ресурсы, дают. И дают. А крафтить я не начинаю. Вот смотри, глотка рудника. Вот я читал, что это такое. По идее, это просто глотка монстра, которую я вырезал кое-как. 5 штук у меня. Глотка рвотника, чудовищная крикость, происхождение. Ботники пытаются нечистые других живых организмов. А предпочитают человеческое всем прочим. Они были бы... Верните. Они были бы даже полезны миру, если бы их соотношение отходы не были настолько... на несколько порядков хуже. Можно использовать для транспорта. Каменный маг, то есть... Камень можно. Лица, лидера, проводника, клирика. А, точно, надо ж лидера позвать, и тогда я смогу что-то крафтить. Точняк.
Короче, сейчас смотри, находим пещеру нашу, сохраняющуюся, и тогда уже лидера вызываем к ней. Типа логично же, да? Да, а что? А, наверх. Давай наверх. А, лесной путь. О! А, ну да, это ж одноручный хват, забыл. Я-то думаю, новые эти атаки появились. А, смотри, короче, что я с этого вынес. Раз, два. Короче, мы идем сейчас в проход к двери. Да? Иди. Здрасте. Хрустальный шар. Что за хрустальный шар? Что я нашел? Его здесь не должно быть, я его не видел. Тонкий рабочий шар из шифрованного хрусталя, внутри него облако из какой-то духовной божественной происходит. Разберите в святилище, чтобы обратить его в вашу веру. Хорош! Так. Чешуйчатое кольцо. Блять, а это куда? Свет. Еще одна молитва, да, ёбать. Хорош, нахожу все много и много интересного. А, ну да, это, конечно, это в обход. Сейчас пойдем в обход. Ну да, 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 да. Вверх. А что вверх? Погоди, я запутаюсь. Я сейчас запутаюсь еще. А, вот, все так наверх. Так, это... А вниз можно спрыгнуть? А как тут вниз спрыгнуть? Там я ж видел же. Нет? Там дорога была вниз. Там внизу что-то лежало. Как-то ж можно ж попасть? Логично ж. Так, надо выпить, потому что меня сейчас еще и убьют. Лесной клык. Блять, там впереди опять босс. Прикинь, как мне везет. Опять босс впереди. Раз. Два. Куда это? Зеленый клин. Для зеленого ключа надо было убить этого, вроде бы. У того... Опа. Здорово, этот сохранялочек. Так, хорошо. Так, дайте-ка мне этот. А, тут нельзя ничего делать, окей. Допустим. Кольчужные шоссы. Кольчужные шоссы. Что за шоссы? Налево пойти. Блять, там босс был. Может, боссу вернуться, а? Так, это... Там сундук и какой-то бомж сидит, висит. Давай-ка, что это такое? Молитва. Она напоминает ваше физическое тело, ваше чистое, омывая пространство вокруг священного света. Любой, кто изучает божественный свет среди темноты, верная цель для обитания тени. Поэтому несущим свет обычно становятся паладины в самой тяжелой броне. Давай используем. Расход 60. Это чтоб я светился, да, бля. Просто. А, слушай. Слушай, шута. Ха, шут, короче. Приветствую, друг. Пришел поболтать со мной. Ты можешь безумно встать. Свечка, факел, огонек. Утонул твой муженек. А где я был, там меня нет. Сверху, снизу, опять вверх. А злато, камни, два гроша и забытая душа. Хочешь также вверх ногами погулять под облаками, поясок, платок в кармане и могила в океане, да? А, ну так не бойся, дай руку мне. В оружии сила, а мощь в клейме. А, бледность, сухость, жар безумный и безжалостные думы. Он мне клеймо дал какое-то, прикинь. Клеймо головокружения.
Хорош. Камням. Камню подойди, блуждая. А что случится, кто же знает. Жизнь и вера сочтены. Ты найдешь покой в тени. Короче, вот этот вот камень, короче, надо что-то будет активировать. Клеймо. Можно клеймо какое-то посмотреть? Нет? Нельзя? Окей. О, вот! Вот-вот. Это в этом, во вкладке человечка. Клеймо головокружения. Слово силы, заключенное в клейме, дает власть над авторитетом. Начащий клеймо может использовать возвышение обелиски. Короче, монориты будем использовать. Значит, а на этом все, друг мой. А ссылка на Facebook в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.